привет! С вами Анастасия Барашкова и Fashion TV. Сегодня мы с вами находимся на запоминающемся ярком мероприятии для детей Fashion Елка, организованное журналом Moda Topical. Маленьких гостей, их родителей ждет несколько показов, предновогодней коллекции и море сюрпризов. Шикарно выглядишь. Я знаю, что у тебя сегодня показ. Расскажи, пожалуйста, нам об этом. Привет, дорогая. Да, у нас сегодня показ в рамках новогодней елки, которую проводит Оксана Федорова и Серебрити. Нас пригласили как бренд одежды детской, чтобы украсить это мероприятие, чтобы детки были уже чувствовали новогоднее настроение, были просто принцессами. Добрый день, слышала сейчас вашу новую песню, потрясающе зажгла. Расскажите немного о дуплатах. Песня создается просто за неделю, на самом деле. То есть мы как-то так собрались, и просто за день написали слова, на следующий день мы поехали на студию, ее записали, и сейчас уже снимаем клип. Сегодня мы снимаем деток наших, снимаем сегодня просто пары влюбленных людей, готовящихся к Новому году. Добрый день, я поражена декором сегодняшнего мероприятия. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Спасибо вам большое, мы очень старались, на самом деле, очень много сил было вложено, все это для того, чтобы наши дети были счастливы, порадовать их хотели. Ну, на самом деле, все это делается для того, чтобы дети ощутили себя в сказке. Все у нас получилось, это самое главное. Наш бренд L'Enfant Royal – это французский бренд, который приехал совсем недавно в Россию, мы активно здесь работаем, активно запускаем нашу одежду. Основное направление у нас шубы из натурального меха и вечерние платья, мужские костюмы. Я желаю журналу Moda Topical красивых материалов с красивыми, талантливыми людьми. Конечно же, процветания, долгих-долгих лет жизни. Спасибо за дружбу. Я вас очень люблю. Красивых вам обложек, достойных вам читателей. Ну и, конечно, с наступающим Новым годом всех-всех-всех вас. И будьте здоровы, будьте счастливы, будьте любимы. Мечтайте, пусть мечты будут самые сумасшедшие и всегда осуществляются. С наступающим! Мы хотим поздравить всех ваших зрителей с наступающим Новым годом. Хотим пожелать им крепких семей, хотим пожелать им счастливого Нового года, счастливой жизни и быть самыми лучшими. Больше читателей, больше интересных каких-то статей, развития. Делайте вот так же, вот то же самое, что сейчас происходит. Вкусно, все хорошо. Просто красиво и интересно. Ну, как всегда, детки дорогие, в Новый год с новыми хорошими оценками, радуйте своих родителей. Я думаю, что родители радуются, когда дети здоровы и когда успевают в учебе. Остальное, я думаю, что все ваши желания, чтобы сбывались, загадывайте и кладите конверты желаний холодильник, и Дед Мороз обязательно заберет их. Это наш первый проект «Музей моды» совместно с детскими агентствами. Наша фэшн-елка. Сейчас работает Дед Мороз, было три показа. Спасибо большое нашим партнерам, которые откликнулись и приняли участие, предоставили одежду. Детки выходили на подиум, пели, танцевали. Спасибо всем нашим звездам. Мне хочется пожелать, чтобы вот все их мечты осуществились. Не каждый, наверное, свяжет свою жизнь с модельной историей, но, во всяком случае, позитивные эмоции, которые они сегодня получили, они запомнят надолго. Фэшн-елка от журнала Moda Topical собрала много творческих детей, которые порадовали своих родителей исполнением песен и участием в модных показах. С вами была Анастасия Барашкова и Алла Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV. We love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV.